Доброе утро. Здравствуйте. Вот. Ну, естественно, как вы понимаете, один из главных футбольных экспертов нашей программы. Я самый главный эксперт. Жду не дождусь, когда мы приступим к обсуждению. Скажите, пожалуйста, лично меня интересует о том, кто стал открытием и разочарованием в нашем футбольном сезоне. Если мы говорим про футбольные клубы, потому что было много и открытий, и разочарований, ну, в любом... Игроков и, наверное, команд. Ну, начнем давайте с команд, потому что в каждом чемпионате есть и лидеры, и аутсайдеры. Вот и определились у нас первые лидеры и первые аутсайдеры. Конечно, жаль, но любой чемпионат, он состоит из побед и поражений, также лидеров и аутсайдеров. Ну, если по лидеру предполагаемо было, что у нас два клуба, ожидаемо, да, что два клуба, которые, ну, скажем, на порядок выше, все-таки с футбольными традициями, это Таврия и Севастополь ФК, то аутсайдере... Ну, опять же, третье место занимает Бахчисарай, насколько это... на них возлагали надежды. Вот это как Ялтинским раз... Рубином, да, вот они. Да, и Ялтинский. Я думаю, что вот это открытие для нас, для всех, потому что четыре команды создавались буквально с колес и за месяц, за два, потому что очень стремительно все создавалось. И вот это как раз Бахчисарай, это то открытие, скептики никто и футбольные обозреватели не ожидал, что Бахчисарай займет, скажем, на этом маленьком отрезке третье место. Угу. Причем, вот, по-моему, извиняюсь, перебил, что в последних турах, да, вот в 5-6 турах они начали набирать очки, причем со всеми лидерами даже, да, с Севастополем. Ну, опять же, в Ялте тоже есть хорошие футбольные традиции, команда, которая играла еще в прошлых чемпионатах, ну, правда, показывала неплохой результат даже на общекрымском уровне. Ну, если помните, в Ялте была «Жемчужина». «Жемчужина» долгое время. Вот, да. С знаменитыми тренерами и известными достаточно футболистами. К сожалению, они не смогли остаться в том составе, которым был. Но действительно, один из костяков этой команды – это действительно «Жемчужина». Но появился новый президент, неравнодушный к футболу, Павел Владимирович Кандул. И как раз при поддержке, немаловажно, главы администрации, очень боеспособный коллектив. Да, но опять же, под руководством известного по Крыму тренера. Да. Тренер тоже. Вот. Довольно хорошие результаты показывают. Есть и лидер в команде, и сбалансированный во всех линиях клуб. И вот последнюю игру как раз мы присутствовали. Ялта, она, скажем, наш самый южный, да, регион. Прекрасное на этот момент поле. Зрителей тоже немаловажно сказать, что довольно большое количество. И в Ялте всегда ценили футбол. Ну, и я думаю, что тоже будет команда показывать хорошие результаты. Конечно, есть и, ну, отрицательно назвать результаты нет. Вот то, что, к сожалению, разочарование, которое мы Армянск. Получили. Да, Армянск. Ну, хотя, опять же, последний матч, опять же, с ТСКА, команда симферопольская буквально уже в последние 7 минут вырвала победу. И все было... Все шло к тому, что Армянск выиграет все-таки со счетом 2-1. Ну, знаете, до 89-й минуты 2-1 Беркут потом, конечно, выигрывал. И, ну, вот это, наверное, футбольное счастье, да? Ну и второй вопрос. 14 игр в первом туре, которые не прошли без спада, мы это все увидели. Каждая команда споткнулась, потому что был скомкан начало, скажем, подготовки, потому что все команды нервничали, не было четкости, уверенности, какой будет чемпионат, когда начнется. Опять же, еще не знаешь противника в лицо, что называется. Ну, еще не знаешь, кто на что способен. Опять же, у нас, ну, что касается симферопольской команды, Евгений Одинцов, ну, стал одним из лучших голеадоров чемпионата уже в первых же турах. Хотя, ну, не знаю, насколько на него возлагались надежды. Ну, каждый клуб, мне сложно сказать, каждый клуб с президентом и тренером ставил задачи, да, и для нас, для всех была эта новость, потому что, скажем, ну, 8 профессиональных команд для Крыма – это тоже, ну, скажем, рекорд. Никогда столько команд у нас не было, именно профессиональных, мы говорим о профессиональных. Были коллективы физкультуры, как раньше назывались, да, или непрофессионалы, но профессионалы – это, да, по Крыму, да, то есть это тоже отдельная касса, отдельные условия. И вот здесь, конечно, тоже была, ну, скажем, у нас небольшая проблемка для каждого клуба сформировать боеспособные коллективы. Еще раз повторюсь, два клуба они сохранили еще с премьер-лиги и Ялта третья. Ну, а вот 5 клубов, конечно, создавались вновь. И были сложности, я тут с вами соглашусь, никто не знал, какие будут составы у кого и исполнители. Вот тоже небольшие сложности. А еще что было впервые, так это трансляция футбольных матчей в прямом эфире канала «Первый Крымский». Осман, вот к тебе вопрос. Насколько технически сложно это было сделать? Ну, в общем, сначала была создана комиссия,
Крымским футбольным союзом, с правоохранительной структурой, и МЧС были, и с Министерства спорта были. Мы ездили по всем городам и по всем клубам, осматривали подготовку и техническую, и вообще по инфраструктуре стадионов, возможности ли там трансляции. Ну, можно сказать, что у нас сложное положение в этом плане. Но в 4 города, ну, 3-4 города стабильно были более-менее так готовы к этому. И Симферополь, Севастополь, Керчь. Был Армянск, потом после одной игры мы выпали, там не получилось, и потом у нас была Ялта. В общем, в принципе, я думаю, совместная работа в дальнейшем с Крымским футбольным союзом, с главами, госадминистрациями, и от нас тоже как бы будем стараться, чтобы мы подключили все города, чтобы все города были как бы транслировали со всех городов. А тут же вопрос, ну мы знаем, сейчас возникли проблемы со стадионами с болельщиками в различных городах. Да? Ну, допустим, последний матч Керчь не смогла провести дома матч, Бахчисарай не смог на домашнем стадионе провести матч. Ну, понятно, состояние газонов сейчас, конечно, сложно тоже, но я думаю, что президент Юрий Александрович что-то над этим работает, и, возможно, и не только Юрий Александрович, есть и другие, наверное, структуры, которые должны нам помочь в этом. Чтобы... Это уже вопрос тут финансирования, я да? думаю, что это вопрос финансирования. Не только финансирование. Финансирование в том числе, но не только. Я думаю, Юрий Александрович по этому поводу более знает. Я думаю, тут комплексно нужно подходить к проблеме, потому что, когда глубже начинаешь разбираться, да, то есть первый вопрос спортсооружения, да, мы говорим сейчас о них, кому они принадлежат, соответственно, кто ты будет их реанимировать и приводить. Доводить до ума. Да, до ума. Вот вопрос первый, да, Керчь, да, прекрасные традиции, хороший стадион. На сегодняшний день на балансе муниципалитета. Команда «Океан» существует еще, по-моему, с 90-х годов существовала. Точно. Вот. И все мы прекрасно знали, еще будучи я, был молодым футболистом, да, юным, и с удовольствием туда ездили, газон был просто идеальный. Но, скажем, те 23 года в Украине, они тоже дали о себе знать. Нельзя сказать, что все было очень плохо. Да? В одно время было хорошо, во второе чуть попроще, но на сегодняшний день газон не удовлетворительным состоянием. Он был на троечку с плюсом в начале сезона, мы это все понимали, но опять же, разговаривая с агрономами, реанимировать стадион за месяц тоже невозможно. Здесь нужна плановая работа, которую мы сейчас, как говорим... Несколько месяцев, 3-4 3-4 месяца это как минимум при регенерации травы, плюс 6 градусов, скажем так, чтобы травка росла. Вот. Мы сейчас проговорили с главой администрации, еще раз повторюсь, потому что на сегодняшний день стадион муниципальный, чтобы были заложены в бюджет какие-то ассигнования для того, чтобы как можно быстрее приступить. И по нашей дорожной карте, скажем, мы этапы разработали. Я думаю, глава администрации Писарев, он поможет и откликнулся полностью. То есть мы, знаете, скажем, дали толчок. Я думаю, что администрация нам пойдет на уступки и президент клуба. И к весне. Кстати, к весне 5 марта, да, стартует второй круг? 5-6. 5-6 марта. 5-6, суббота-воскресенье, будут первый тур. Трансляция будет? Готовимся к этому, да. Это как бы новое событие было там в августе открытие, теперь у нас как открытие будет продолжение в марте. Весеннего периода. Да, я думаю, что мы до конца сезона обязательно все протранслируем. Будем, конечно, совместно сотрудничать и работать. Да, Юрий Александрович? Обязательно. Без этого никак. Давайте красиво прорекламируем. Смотрите футбол с 5-6 марта уже в новом сезоне. На первом крымском телеканале. Все на футбол. Эксклюзивная трансляция. Спасибо вам большое за полезную интересную. Всех ждем болельщиков, чтобы приходили к нам на все матчи обязательно, потому что без фанатов футбол не существует. Блекнет. Очень блекнет, и все футболисты играют для них. Вы понимаете, трансляция это есть что теперь? Можно дома уютно смотреть? Не-не-не, самый лучший футбол — это футбол на стадионе. Да? Как бы, я как болельщик с опытом могу все сказать. Все на стадион, да? Мы вас приглашаем. А мы и так ходим. С давних времен. Да, вы что? Я не пропускаю ни одного. В юности ходил как футболист, потом как болельщик. Футболист со стажем уже, можно сказать. Болельщик. Да, уже 10-минутным стажем. Итак, вам огромное спасибо за выделенное время. Конечно же, чтобы все обстоятельства складывались благоприятно, чтобы и силы были потрачены не зря, ну и, как я уже сказал, все условности судьбы играли только вам на руку. Спасибо большое. Осман Балатов, продюсер Первого Крымского телеканала, Юрий Витоха, президент Крымского футбольного союза под эгидой УЕФА. Доброе утро. Наша программа продолжается.